«Дядко 3». На этой неделе в программе «Дядко 3» говорим о героях. Героях в кавычках и без оных. Обсуждаем судьбы Юрия Буданова, Олега Орлова, Рамзана Кадырова и других. Но, конечно же, говорим не только об этом. Мы, это я, Тихон Дзитко, корреспондент «Эхо Москвы», и мои братья Тимофей Дзитко, газета «Ведомости», и Филипп Дзитко, журнал «Большой город». Четверг, 22:30, программа «Дядко 3» на телеканале «Дождь». «Дядко 3».